Сегодня практически все незрячие люди объединены в крупную общественную организацию Всероссийского общества слепых. В уютной атмосфере за накрытыми праздничными столами собрались члены анапской организации на празднование юбилея. По традиции в начале мероприятия прозвучал гимн общества. На встречу пришла заместитель главы Людмила Мурашова. Примите самые искренние поздравления от главы нашего города Сергеева Сергея Павловича со столь знаменательных событий, которое происходит сегодня в вашей организации, с юбилеем у вас. Я не так давно познакомилась с Андреем Ивановичем, побывала у вас в гостях. И я вот, знаете, если бы не ограничение во времени, вы, наверное, долго бы общались, вы могли много-много рассказывать о том, что делается в вашей организации. Вы просто молодцы. Членам организации вручили знаки отличия Всероссийского общества слепых, удостоверение «Ветеран ВОЗ». Почетными грамотами и благодарностями наградили анапчан с ограниченными возможностями, которые, несмотря на ограничения здоровья, участвуют в социально значимых мероприятиях города. Еще одним подарком для участников торжества стала концертная программа.